недавно мне дали ключик на закрытое бета-тестирование. Вот так мы зашли вот в главное меню, я только авторизовался. Вот так выглядит главное меню, типа показывает, что у нас нет персонажа. Давайте создадим его. Тут, как я понял, две фракции. Вот они. У каждой фракции есть свои классы. Вот в первой фракции классы Эклим Хьюман, Аурин, Гренок и Мордест. Во второй Classic Dragon Chion Мехи. В принципе, как я понимаю, они не сильно-то их уж отличаются. Так, я создам, выберу себе класс Аурин. Они очень даже ничего так выглядят. Так, выберу для них класс Снайпер. Эсперин. Давайте выберем снайпера. Хотя, нет, даже не ауринов я выберу. Я выберу класс люди просто. Дальше, они могут всеми быть. Воином. Энгером, я не знаю, кто это. Так, скорее всего, что-то связанное с танком, наподобие. Медик, Эсперин, Сталкер и Снайпер. Давайте возьмем сталкера. Выберем класс под класс. Выберем ученых. И введем ник. AdventureTV. Создать. Создание персонажа. Сейчас небольшие будут подвисания, потому что при создании персонажа есть такие небольшие. I'm sorry, sir. Our last jump to the Nexus system overloaded the reactor in that section. This ship is more than 3 centuries old. And just find that cryopod. She's got to be there. Sadie Brightland. I know the name, Mr. Brightland. Just call me Deadeye. Now quit arguing. Get my wife out of cryo. Internal sensors are out. Ship's records are unreliable at best. Wait, I think I found it. A functioning pod. Firing up the retrieval system. Magnetic clamps released. Капсула какая-то. Lucky for you, you found me. Save you, darling. Hey! Hey, be careful! Sorry! Hydraulics are leaking. Hold on. Damn. The records were wrong. Мы в этой капсуле, оказывается. This isn't her. She's in a different silo. Fine. Then whoever you just woke up is gonna help me track her down. Нас куда-то поднимают наверх. Reanimation nearly complete. All vitals look solid. Good. Да уж. We're gonna need every able-bodied exile we got. Это что-то типа лагеря, я не знаю, наподобие. Вайлус. Так. Давайте подойдем к этому чудику. Растребуют. I ain't one to ask for help. Да. Я хочу, чтобы мне помогли. Так, вот мы идем. Я уже чуть-чуть освоился в игре. Я уже знаю, что вот тут, когда нажимаете вот тут на стрелочку, оно показывает, куда бежать. А сейчас оно показывает за ним следовать. Так, подойдите к этому инструменту и активируйте его. Вот я его активировал. Активируйте остальные. Сэйди, can you hear me? Вот, видите, моргает что-то. Но я не могу сейчас вам мышкой показать. Теперь нам надо вот сюда бежать, как я понимаю. Раз вот эта штука моргает. Так, сейчас мы подбежим. Куда нам тут бежать? Управление с клавиатурой WASD. Повороты зажимаем правой мыши и поворачиваем. Ничего вроде новенького нету. Интересно выглядит панелька скиллов. Так, стоп, я пробежал. Так как, чтобы взаимодействовать с предметом, нажмите на F, то есть активировать. She ain't looking too good. She's got the cryo sickness. We need to get her to medbay fast. Нам ее что, спасти надо, что ли? Я типа принц на белом коне. Так, куда нам дальше? Нам бежать вот туда наверх.
я тоже так хочу. О, на shift можно быстро бегать. Я смотрю, выдержка не очень у него большая. Остановка приличная. Так, что нам делать? А, да, русском. Так, мы в Z-Tabas. Вот где мы. Hang on, Sadie. We'll be there soon. Gotta admit, friend, I'm surprised we made it this far. Us exiles, we've been on the run from the Dominion for a long time. Покажу this вам. Ship's on her last leg. Точнее, я показал создание персонажа. Strange to think that we might just парочку квестов мы пройдем и на этом остановимся. Exactly, а дальше я буду снимать просто геймплей. Like we might just be okay. And I ain't above shooting anyone who thinks different. It looks like we're here. I'm obliged for your help, friend. Glad I didn't kill you. Я тоже хочу себе такой костюмчик. Так, мы бежим. Там бежим. Мы бежим за ним. В игре есть небольшие такие подвисания, я не знаю, что-то типа такого. Но это не назовешь подвисанием, это такие типа попадания FPS, но это все-таки бета. Так что даже в закрытии. Actually, так что я не хочу сказать, что она плохая. Игра достаточно интересная, не знаю, мне, по крайней мере, нравится. Она чем-то напоминает мне Вову. Так, вот это инвентарь. Тут надо что-то активировать. А, это оружие. Так, где оружие? Я же водил. Ладно. Так, мы бежим. Мы бежим. Ага, мы бежим бить. Ага, прикольно. Так, стоп, тут что-то подобрать надо. Вот мы подобрали. А, тут надо управлять, куда ты скилл подаешь. Это удачно. Так, теперь нам нужно, куда нам нужно? Нам нужно бежать. Нам нужно к кому-то прибежать. Кому? Да, точнее. Давайте сюда прибежимся. Говорит прямо. Ага, вот. Ой-ой-ой. Вот видите, такие подвисания бывают. Так, вылечить ее. Мы ее вылечили. Tell me something I want to hear. Разговариваем. Thank you. Он нам дает еще. Но я думаю, мы на этом остановимся. Я вам достаточно много показал об этом игре. Спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.